Ян Лао. А как? О-е, дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Nine Soul, и мы с тобой продолжаем в нее играть. У нас там, я помню, потому что я сегодня же записываю видосик. У нас там, да, вот этот вот лабиринт. И нам, мы тут победили кракозябру уже, да? Ой, блин, не испугался. Да, мы победили кракозябру, и нам сейчас надо вот сюда. И здесь у нас будет, я так понимаю, четкий полосы препятствий. Да, он там, мы это уже видели. Скипнуть можно? Это не скипается. Он сейчас скажет, да я тебе сейчас как покажу, там писку в попке и все дела. Да, это мы видели, Дзе, все дела, бла-бла-бла. Я тебе сейчас покажу, кто я такой, как начнет сейчас тут нам. Да, давай, показывай, на что ты способен и все такое. Ты нам уже угрожал, мужичок. Нам прям всем не страшно, честно говоря. А! Гадина такая. Так, это мы забираем. Нифига он. Почему так далеко? Пока легко. До свидания. Спасибо. Так, а зачем так взламывать? Шорткат? Да, это шорткат, мы тут появились. Ух. А тут что? Ля, поехали. О, погонять дадут. Не дадут? О, небо, как это я промахнулся. Хватит, не заставляй меня делать это. У тебя блестящее будущее. Сдавайся сейчас, и я покажу... Я пощажу твою жизнь. Я делаю это не ради себя. Я же не ты. Чем я провинился? Я посвятил всю свою жизнь сохранению нашей цивилизации. Знаешь, чем я занимался, пока все остальные прожигали жизнь в разврате? Даже сейчас с этими изменчивыми болезнями телом я все еще оберегаю сокровища в этом хранилище со временем и надеждой. Хранилище? Ты имеешь в виду этот бесполезный, пожирающий энергию склад? Это пространство было спроектировано для размещения генераторов энергии. Кто знает, скольких еще мы могли бы разместить на новом Кунь-Луне. Да как ты смеешь? Величие нашей цивилизации накапливалось на протяжении многих тысячелетий. Какой смысл в спасении нескольких людей, если мы забудем свои корни? Прошлое — это зеркало, что помогает понять настоящее. Мы должны передавать наше наследие и... Ты думаешь, мы все слепы и глупы? Львиная доля того, что здесь находится, принадлежит богатым и влиятельным. Сохранение их частных коллекций на борту и стало твоим билетом на новый Кунь-Лунь. Что ты? Какая мерзкая чепуха. Чем ты докажешь, а? Чем? Наступило время перемен. Пора выкидывать гниль. Нет, нужно избавиться от всего, даже от славных достижений прошлого. Будем честны, ты можешь притворяться святошей, но на самом деле ты заботишься лишь о своем выживании. Ты наглый негодяй. Я покажу тебе кару, что обрушится на тех, кто не уважает старших. Ага, спасибо.
А это что? А да уйди! Ну ты дурак. И чё? А мне пофиг. Ну пока не страшно. Стреляй. Я тебя жду, да-да-да. И вот здесь еще, пожалуйста. Ага, спасибо. Оу! Собственно, по большому счету, мне то и насрать. Так, подожди, а я где? А я как? А я отсюда? Ай. Ну, блядь, вот это бесит, пиздец. Да иди ты нахер. Бесит то, что нельзя отменить. Я, по крайней мере, не знаю, на какую кнопку. Боже мне, герой. А как бы так? Так, бам-бам-бам-бам. Так, извиняюсь, одну секунду, там, возможно, по работе. Сейчас, секундочку. Так, я здесь, извиняюсь, там звоночек спамящий был, просто я боялся, что это, возможно, по работе звонит. Са. Ага. Ага. А! Алло? А выстрел будет? Ай! Извините, блядь. А как? Отъебись! Так, 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 так. Все, прошел. Отстань. Так, а еще раз на карте я где? А, я никак не могу посмотреть. Нахуй пошел. Да, давай, давай. Докопался, а, до меня. Я ж до него дойду и пизделей ему, да. Он меня вынуждает.
А здесь что? Так, пока спокойненько, пока классненько, пока идем дальше. А! Ну и пиздец, как говно полетел. Тоже мне ниндзя херов. Так, давай, давай. А, не знаю, зачем я это делаю, но ладно, пусть будет. Угу, спасибо, легко. До свидания. А как? Еле успел, блядь. Я просто сначала не понял, что от меня надо вообще. Подожди, дайте попить. Ну, я уже пятый ролик записываю, немножечко голос просаживается. Так, все, можно попить спокойненько. Может, надо теперь по 6 роликов в день писать, чтобы успевать вам контент делать. Поэтому с тебя лайк и комментарий обязательно. А здесь что? Подожди, а лифт куда? Так, да, сначала подожди. Я слышу, где-то кажется... Да, торговца. Здравствуй, друг. А ты вообще чё, как? Мы снова встретились, сударь И. Прошу прощения, но вы не видели моего брата. Он отчаянный боец, похожий на меня. Я действительно встретил другое похожее оружие, к сожалению. Прошу, что произошло? Он совершил какой-то неуместный поступок? Позвольте мне извиниться за него, если он причинил вам какие-либо неудобства. Мне пришлось сразиться с ним. Все быстро вышло из-под контроля, так что я не был образцом милосердия. Ох, очень хорошо. Охо, очень хорошо. Что? Его безрассудство таково, что даже я, его младший брат, не мог с ним управиться. Возможно, встреча с таким благородным воином, как вы, сударь, и вразумит его. О-хо-хо. Я не шучу. Я раздробил ему голову, не держи на меня зла. О-хо-хо. Наша структура отличается от вашей солярийской. Такая рана не является для нас смертельной. Блять. Правда? В любом случае, я хотел бы поблагодарить вас за ваши праведные дела. Пусть мой брат избежал из необъятного хранилища, но у меня есть другие средства, чтобы его найти. Я планирую задержаться на некоторое время перед тем, как отправиться в путь. Если у сударя И есть дзинь для торговли, не стесняйтесь, обращайтесь. А, давай посмотрим, что у тебя есть. Так, ну все ништяки эти я у тебя купил. 1800 на вычислительный блок, да? У нас фонтанчик рядом. У нас будет... подожди, в павильон давай сходим. Блок я бы у него забрал. У меня сейчас 800, еще я думаю 1000, может, мы даже с тобой наторгуем. Сейчас посмотрим. Там еще этот от меня что-то хочет. Ухля. О, ля как... Ля, ты смотри... Это же новые художества. Вот они. Ля, не. Но это шикарно. Это... Шикардос, по-моему. Что такое? Что у тебя там? Покажи. Грозовая бомба — это запрещенное оружие Фанши. Не видел ее со времен окончания войны. Если бы я уменьшил ее в размере и настроил радиус взрыва, может сработать. Че ты там бормочешь? Дай мне минуту, скоро поймешь. Так. Слушай, а у меня там еще одно оружие, по-моему. Готово. Держи новую стрелу, грозовуха.
Так, стрелы, вобравшие всю мощь грязовых бомб, попадания во врага, эти стрелы активируют серию взрывов и уничтожают свою цель силой грозы. Ничего себе. Модифицировать. А, мне их теперь нужно купить. Ну, блядь, прикольно ты сделал, конечно. А, или подожди. А, ее можно усилить, видимо, да? Подожди, мне нужно 1800. Нет, у нас не будет 1800. А, что? А ты мужичка что-то надо? Так, Швань, ты играешь. А с тобой что? А, я что-то проебал эту вспышку, да, когда мы хп увеличили? Ну ладно. За твое здоровье, уважаемый просматривающий это видео, не забудь про лайк и комментарий. У тебя есть друзья или семья? Я совершенно один. Бытье одиноким волком позволяет мне делать все, что я хочу. Ха, хорошо сказано. Ля, а этот уже мордочка красненькая, смотри, напывся. У меня не было родителей, и никто обо мне не заботился. Кругом гуру. Как, кроме гуру. Она учила меня читать и быть хорошим человеком. Это она научила меня сомневаться во всем, что я вижу перед собой. Нужно оставаться скептичным. Почему я не встречала тут твою гуру? Она, наверное, номер два сказала, что вы на минутку и больше не вернулась. Вот так вот это, наверное, происходит у них. А потом я такой шо-шо и ля, сколько хп. У нас уже плюс две полоски хп, по-моему. Мне нравится. И умение, кстати. А чем мы теперь хотим прокачивать? Угу. Угу. Вот, быстрый подъем. Когда избит с ног, нажмите Shift, чтобы сделать рывок и быстро вскочить. Вот это вот я хочу. Это классная штука, по-моему. Вот это вот надо. Урон взрывов талисманов. Взрывать талисманов. Вот эту штуку надо сначала, чтобы вставать быстренько. Находясь в воздухе, удерживайте S и нажмите, чтобы выполнить особый пинок и в случае успеха подпрыгнуть еще выше. Короче, ладно, в любом случае мы копим себе две штучки на прокачку. Потому что одной мы сейчас прокачать даже ничего, кажется, не можем. Так, ну погнали дальше. Так, а тут у нас что, куда что? Переход куда-то. А куда? А, как раз к нему. Ничтожный змей, почему ты не сдаешься? Но не беспокойся, оружия у меня достаточно. Я буду защищать это хранилище, я не паду здесь. Это вот этот чел, который... Я не умру в туалете! Неблагородный подлый щенок, если ты не желаешь прислушаться к разуму, я вобью его в твою голову. Система активирована. А общее время простое 928 лет. Отладка. Отладка завершена. Аномалий не обнаружено. Ох. Дед, ты чё? О, дед, ты всё, да? Я ведь не так уж долго был снаружи. Передача биосигнала завершена. Он сейчас во что-то превратится, залезет, да? Аутентификация завершена. Доступ к системе инженера Хунь Юань предоставлено. Подключено к небесному когтю. И чё? Начало теста чувствительности. Тест развертывания когтя. Тест удара когтем. Небесный коготь готов.
Мне сейчас против этой хрени сражаться? Ёб твою. Ян Лао. А как? Да я понял, пизда мне, да? Нет? Ты чё живой? Блин, очень непривычно так сражаться. Оно так все устроено, непонятно. Ну ладно, это не то чтобы сложно. А что мы внизу должны? Вот это вот что за комнатка? Там еще что-то есть. Так, ну, прикольный. С нашими тычками уже не такой страшный, как мог бы быть. Ой-ой-ой, а что это? А! Допустим, но это не все, 100% не все. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, закинул меня. Но примерно я начал понимать, что куда как с ним сражаться и все такое. И стрелы понял, в какой момент нужно юзать, когда он на месте стоит и кастует у нас. Давай, погнал, 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 погнал. Ну же, ну это интересный босс. Я прям вообще не горю, ни капли. Прям это прям классно, интересно, мне нравится. А, тихо. Вот, вот в это. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. На, похавай. Бля. Блин, зря похилился, наверное.
да ну я тут, блядь! Воу, где я? А вот тут что-то не понимаю. А, куда? А как там мансить? Подожди. Он на меня катится, я отскакиваю, он по-любому ударяет. Не понимаю, как мансить в этот момент. Давай. Оп! Оп! Да ты козлина? Ну ты козлина! Нахер! Нахер. Ой-ой-ой. Да, ну не. Я понял. Это, с этими лазерами, слушай, это очень тяжело на самом-то деле. И дайте мне стрелы говна поменять. Это такие стрелы говна, честно говоря. Умение. Нет. Статус. Изменить. Дайте мне вот эти стрелы. Потому что такая параша пока что эти электрострелы, честно говоря. Прям мне не нравится. Слушай, а босс прям сложный. Прям сложный. Нельзя на первой стадии вообще урона получать. А, не то нажал. Падла. Да блять! Ну вот это ёбаные лучи, сука!
Так, первый раз есть. Вставай! Вставай! Отъебись! На писечке хп остался. Взломать. Та-та-та-та. Ну все, теперь ты мой. Я аж вспотел, бля. Я прям чувствую, что я вспотел. Ой-ой, там кажется... Да, там... Там пробурина жопа. Получил достижение уважения старших. Победить Янь Лао. Ну шо ты, Янь Лао? Старичочек. Почему? Я просто... Я не хочу умирать. О! Мудрость. 2 очка. Большой фрукт Дао. Когда следовицы умирают, от Тяньяхо из их тел прорастают прекрасные цветы. Природа этого явления непонятна. В процессе весь опыт усопших превращается в некое подобие фрукта, наполняя его энергией жизни. При поглощении дарит большое количество очков умений, немного увеличивает наносимые режущими атаками и талисманами урон. О, да. Так, ну мне нужна твоя печать, наверное, да? Сейчас опять флешбэкные флешбэки пойдут. Это мы и по его воспоминаниям идем, да? Ну он тоже котик получается какой-то. А, мы могли это послушать, все, подожди. Я что-то задумался, пошел. Ты дурачина, эти сокровища оставили нам предки, нам нельзя потерять их. Понял. Зачем так оберегать этот мусор, если он никому давно до него нет дела? Яльняо, знания в твоем распоряжении, это сокровище для всех солерийцев. Так. Я знал, что эти старинные вещи стоят целое состояние. Ну, опять же, побуждения у него были хорошие. Но по факту, видите, он же сказал, что он хранит дорогие вещи всяких богачей, по факту. В конце концов, у всего есть предназначение. Видимо, да. Ля. Так, сюда мы сейчас сходим, только печать соло его, понятно. Символ дзя.
Алло. Зензюань, пс, слышь меня, молодой господин И. Разве мог я пропустить тот неистовый спектакль, который вы устроили по всему новому Куньлуню? Цзэцюань. Оставь это фальшивое дружелюбие, придурок. Ваша игра в героя уже порядком утомила. Меня удивляет, сколько усилий вы прилагаете. Нянь Лао стоял уже одной ногой в могиле, а Гуоман была простой фермеркой. А я такие большие надежды на вас возлагал. Вы ведь раньше были другими. Честно говоря, это вызывает серьезные опасения. Это кто? Че ты хочешь? Ах, понял, вам нужен стимул. Века мира вывели вас из формы. Вот идея, почему бы вам не заглянуть ко мне? Устроим задушевную дуэль. Я подготовил для вас подарки, независимо от исхода. Откуда мне знать, что это не ловушка? Все ловушки я отключу. Приходи один. Я никому не позволю испортить такую редкую возможность. Более того, это шанс для вас наконец-то убить меня. Вы ведь не упустите его, верно? Я отправил вам свое местоположение, мой дорогой герой. Пожалуйста, не разочаруйте меня снова. Так. Карта мира обновлена. А, он вот здесь. Он вот здесь. Так, мы к нему сходим. Подожди, мы там пропустили вещь. Точнее, ну, точку одну. Я наоборот думал, что там босс, а там не босс, как оказалось. Поэтому мы сейчас туда сходим. Она вот здесь снизу. Калитка какая-то. Там, я так понимаю, паркурные движения какие-нибудь. Бим-бим-бам-бам. Здравствуйте. Ну да. Так. Это последнее, кажется, кстати. Подожди, это может жабьи ворота? Я не уверен. Давай пойдем посмотрим. По-моему, жабьи ворота. Я сейчас, если что, еще раз пробегу. Мало ли я упустил где-то. Мне кажется, это вот эти вот ворота жабьи. Да? По-моему, один вот этот не светится. Так, давай прокачаемся, подожди. Умение быстрый подъем очень хочется. Что-то мы на одно очко можем вкачать? Ни хрена мы не можем, значит идем дальше. Подожди, а как, а где проход этот? Вот здесь? Давай еще раз по нему пройдем. Желтенький, вот он желтенький. Ай. А здесь его нету. Где? Может, где-то наверху я пропустил? Нет, вот желтенький, он взломан. Хорошо. Идем дальше.
Синенький нам нужен. Где-то я вот и синенький, кстати. Значит, я его где-то здесь и пропустил. Спокойно, мужики. А где же я синенький пропустил? Ай. Ай. Ага. Вот здесь он, да? Да. А это последний. Так, а можно теперь как-то выйти обратно? Бля, нельзя выйти обратно. Или можно? Или это прямо наоборот? Это тоже взломанный. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Успел. Это тут у нас взломанный. Я посмотрел сейчас. Не надо тут это. Это какой был? Последний, да, получается? Понял, немножко пролагал. А что мы получаем? Кто-нибудь опять босс будет, да? Так. Блин, да, походу босс, и это будет, видимо, в следующей серии. Или нет, или не босс. Комплект. Нефрит обмена ЦИ увеличит максимальное количество, максимальное зарядов ЦИ на 1 после успешного выполнения точного парирования. Получаете 2 ЦИ и немного внутреннего урона. Кто жаждет нанести урон, урон получает урон. Чего? Так, свиток Хекс хранилища. Заметки рабочего хранилища. Получена одежда, товары и другие принадлежности клана Фэн. Всего 400 коробок. Обработайте их оперативно и расположите для хранения должным образом. Невозможно, хранилище переполнено. Приказ Янь Лао абсолют. Избавьтесь от каких-нибудь других артефактов. Если потребуется, как только все будет сделано, удалите это сообщение из памяти. Этот свиток содержит стенограмму разговора между работниками хранилища. Угу. Так, темная сталь. О, это для улучшения. И... Следующий артефакт можно шуань-шуань. Изысканно выполненная антикварная пластинка, похожая на предметы коллекции истинные коллекционеры, никогда не используют свои коллекции. Да. Ну, прикольно, прикольно. Денег, правда, не то чтобы много дали. Но дали. Так, кстати, 1800... Да тихо ты, стукаешь так громко. А где у нас фонтан?
Фонтан с той стороны. Сейчас пойдем посмотрим, смогу ли я 1800 получить. Если да, то обменяем у него штучку. Ништяковую. Нефриты, да, вот новый. И павильончик, пожалуйста. У нас сейчас 1300, да? Или 1200. Короче, еще один за 400 при этом у нас артефакт есть. Ну, по идее, должно хватать. А, переработать. 1200 плюс 400. Да, да. Да, хватает. Так, пойдем к этому челобосику сходим теперь, который торговец. Иначе я в следующей, буду тут не скоро записывать. Я забуду, что я хотел от него. Последний узел, пожалуйста. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, купить... да, вычислительный блок. Спасибо. И у меня получается плюс один микрослотик под нефриты, да? Да, да, что можем поставить? Маленькие нефриты, да, можно поставить? Их только два. Увеличивает радиус сбора дзинь, позволяет подбирать их с большего расстояния, позволяет вернуть все поглощенное вашим убийцей дзинь и опыт простым взрывом талисмана. Нет, давай вот этот. Так, ну и подожди, давай, ладно. Сделаем вот так, чтобы прошло сохранение. Алло. И да, сохранение прошло, здесь остановимся, продолжим с тобой в следующей серии. Ты, как всегда, подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и ставь лайк. А я тебя обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока.